Чуть больше недели остается до 13-го республиканского лыжного фестиваля на лямпах, лызях, охотничьих и гоночных лыжах «Лямпиада». Соревнования пройдут 16 марта в селе Большелук Карткировского района. Традиционно событие объединит культурную праздничную программу и лыжные соревнования. С прошлого года спортивная часть проводится по новым правилам. Это связано с тем, что бег на лямпах признан национальным видом спорта Коми, что повлекло за собой внесение изменений в положение фестиваля. К соревнованиям допускаются участники от 6 лет и старше. Программа предполагает забеги участников разных возрастных групп на различные дистанции, гонки на лямпах и лызях. По правилам, участники последних двух видов соревнований должны выступать в лазах, это национальный охотничий жилет, и иметь вместо лыжных палок койбить. Помимо личных зачетов, также в этом году будет определена самая спортивная семья.